большой кровью я тебе открою. Я родился тобою, без страха и боли, превращаешь камни в молодые души, и я на глазах становлюсь лучше. Мы находимся на площади звезд. Если бы вашу звезду здесь заложили, вы считаете, она бы как-то повлияла на вашу жизнь? Я даже этого представить себе не мог. Неожиданный вопрос. Я думаю, что, конечно, очень. Чем должен обладать молодой исполнитель для того, чтобы покорить зрителя? Ну, я думаю, есть два пути. Это один, это много-много денег, а другой — это чистое сердце, конечно.